Я думаю, у этой команды большое будущее будет. Смотрю на этот сезон с большой надеждой. Это мое детство, это, значит, вторая лига, это первые игры в СКК «Артыш», это тройка Елаков, Поляков, Зелинский, в общем, Зелинский, да, это молодость. Требовалось, конечно, чтобы каждый с каждым играл в зоне у себя, встречали в средней зоне. Вот. Но, как видите, последние голы привели к тому, что где-то немножко там ребята молодые заигрались и недовыполнили установку, что вчетвером нельзя атаковать, бежать, а потом в свои ворота гол получать. Поэтому пятый гол пропустили, тоже вроде игрок с игроком играет, а он же забивает. Поэтому сказали, что сделают нарезки, посмотрим, разберемся, что в дальнейшем уже, то есть, есть над чем работать, времени много еще, поэтому будем работать.